О как, это Град, это великий Эйдж. И фильм СССР 1982. Женатый холостяк. Ну, якобы он еще не женат, и вроде бы как холостяк. И вроде бы, короче, какая-то колесица непонятная. Режиссер Владимир Роговой. Ну, собственно говоря, фамилия говорит сама за себя. Роговой. Этот фильм об олене, стопроцентном олене. Ну, молодом еще, да? Но уже тянет на прожженного такого, который берет и влюбляется в РСПху, бабу с прицепом. Это просто дикость какая-то. Лариса Удриченко и Юрий Григорьев. Баудар Цунадзе. Александр Пшенчиков. Эльвира Васильева. И другие знаменитые советские актеры. Блин, зрители только в СССР 35 миллионов. Вы что творите? Премьера в мире состоялась 13 декабря 1982 года. Да, она легкая. Да, это советский период, но... Что несет, какой посыл несет нам этот фильм? То, что надо быть оленем, мужиком-оленем, да, таким, которого легко хомутать, нужно брать бабу с детем, да, уже которая уже с кем-то трахалась, да, но он все равно эту дырку берет, да, что, прицеп есть. Потом ты этого будешь Гаврика воспитывать, а если она уйдет от тебя, пиши пропало, ты труп, и тебе изда, как говорится, алименты и прочее. Тяга этой жизни. Мужика. Тут фильм несет огромный посыл, что, ребята, это стопроцентный олень. Дмитрий Железяк, ты чё, ты чё творишь? 10 баллов, серьезно? Серьезно? Еще один Дмитрий 9 поставил. 4 балла от силы. 4 балла. Этот фильм пропаганда того, чтобы нужно брать РСПх, влюбляться в них и мутить, а потом себе наживать на одно место. Нет, ну я же влюбился, но не такая, да? Сергей и Тамара знакомятся в поезде. О как! Она рассказывает ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас ее сын. А с мужем развелась и больше к нему не вернется. Уже какого ёрта ты влюбляешься в эту дырку, если она тебе дает четко понять, ты ей не нужен, отвали, у нее дитё, у нее огрызок этот. Нет, он идет до конца. Ну, олень стопроцентный. Однако говорить родителям об этом она не хочет, чтобы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает, представиться ее мужем, однако эта новая роль в итоге окажется очень для него сложной. Однако эта роль в жизни его окажется полной издой на всю жизнь. Его ждет полная изда. Так как нельзя матюкаться на ютубе, мы сделаем это. Есть аналог «Будьте моим мужем», есть на обзоре. Ну что, ребятки? Это вот... Фильм можно посмотреть, да, но это пособие для... Пока еще не оленей, чтобы смотреть внимательно, что его ждет в будущем. Прицеп и баба уже, которая была с кем-то, да, РСПХ. Ну что, малыши, мальчики и девочки, да, женатый холостяк в 1982-й. На один раз. Лайки, дизлайки, подписки, монетки, мы это любим. Welcome. Bye.